И сейчас последняя схватка вольной борьбы. Владислав Байцаев против Фатиха Ясарли. У него что, вес 96? У него вес 96. Да, борется... Нет, борется 96, но сейчас просто поставили на 125, не знаю почему. Владислав Байцаев, 25 лет, Дигора, Республика Северная Осетия, Алания, ЦСКА, тренер Цезарь Тибилов, серебряный призер чемпионата Европы 2014 года и 2013 года бронзовый призер. И в этом году завоевал серебряную медаль на чемпионате России в Каспийске. Его соперник Фатих Яшарли, Турция. Вот он, Владислав Байцаев. Ну вот, не успели представить турецкого борца, и чистая победа. Это, кстати, самая быстрая сегодня досрочная победа среди всех схваток.